Недалеко от Мюнхена расположен городок Дахау. Он стал печально известным сразу после прихода к власти Гитлера по устроенному в нем первому концентрационному лагерю. Дахау был образован в 1933 году. На воротах в концлагерь сохранилась надпись «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным». Здесь содержались в основном политические противники Третьего рейха, среди которых было немало священнослужителей. Причем не только католических и евангелических, но и православных. Целью медицинских экспериментов Дахау стал поиск возможности управления поведением человека. Заключенных пытались перевоспитать, сделать их послушными винтиками новой фашистской власти. Проводились также исследования по переохлаждению. Заключенных замораживали. После начала войны с Советским Союзом в Дахау стали привозить советских военнопленных. С 41 по 42 за полгода, это конец 41-го, да, те, которые попали в плен, офицеры, их старались перевоспитать и тоже как бы вбить им мозги то, что гитлеровская нацистская Германия, она борется с большевизмом, она борется с безбожием, но не тут-то было. Офицеры были достаточно где-то тоже людьми, скажем, патриотическими, и они понимали, что Россия – это их родина. Здесь работала школа, в которой пополняли солдаты черной дивизии, и эти людей нужно было воспитать. Поэтому военнопленных привозили сюда. Недалеко отсюда, я думаю, мы с вами проедем, есть 2 километра отсюда место расстрела, так и называется, полигон Хеббертсхаузен. И там была школа стрельбы, и вместо мишеней неживых была возможность использовать живые мишени. Это были вот эти наши русские люди, наши солдаты. Вот он, стрелковый полигон Хеббертсхаузен. Он состоял из 5 длинных дорожек для ружейной стрельбы и 2 коротких для стрельбы из пистолета. Перед этим пулеулавливателем было расстреляно несколько тысяч советских военнопленных. Их привозили в грузовых машинах приблизительно по 70 человек, заставляли раздеться и построиться по 5 человек в ряд. Затем пленных гнали на левую стрелковую дорожку и приковывали наручниками к 5 столбам. Года 3 тому назад были раскопки. Да, и места, где стояли вот эти 5 столбов, их нашли все же. Нашли очень много останков именно человеческих костей. Некоторых привязывали, а некоторых шутили, мол, убегай куда-нибудь. Ну, человек начинал в панике бежать, вот его тут же стреляли. Здесь были вот как раз эти столбы, 5 столбов. Вот там, видите, замурована ниша, там дверь была. Сейчас мы с обратной стороны обойдем. Вот оттуда выводили людей, и здесь привязывали, вот, стреляли, оттуда заходили следующие, отвязывали, уносили машину. И те, которые их уносили, они по этапу следующие шли. Потом они должны были раздеваться, вот, и потом идти сюда на заклание. Жуткое место. Это чувствуется и сегодня. Памятные знаки от немецких узников и нашего посольства стали появляться здесь почти 20 лет спустя после войны. До этого полигон использовался американскими войсками. Только в 1998 году полигон СС стал частью мемориального комплекса Дахау. Вот это та самая зарешоченная дверь, куда вталкивали военнопленных. Дверь внутри, откуда они выходили под пули эсэсовцев, теперь забетонирована. Несколько метров отсюда находится крематорий, где их сжигали. И вот мы стоим с вами у этой речушки, куда пепел потом сыпался, чтобы заметать следы. Немецкий историк доктор Отто где-то лет 10 тому назад решил заняться вот этой проблематикой последних дней заключенных, которые находились здесь. Оказывается, эсэсовцы или гестапо заводили картотеки на каждого офицера, который попадал в плен, и
Была фотография, я сейчас вспоминаю, вот зрительно, как эта карточка выглядела. Имя, фамилия, отчество, когда родился, где родился, место последней прописки, профессия и графа конфессии, вероисповедания. Как правило, там уже было написано «ортодокс», «православный». Хоть это и офицеры, но тем не менее люди, уже находившись здесь, они понимали, что тут скрывать. Как бы в тот момент, наверное, все признавали себя уже верующими людьми. Поэтому многие даже и не знают, где погибли их родственники. Но, в принципе, эти данные все находятся в картотеке, в Подольске, в архиве Министерства обороны России. Это вот, имена людей, которые ясно, где, в принципе, был их последний день жизни на этой земле. Мы их записали, и во время богослужений, поминальной субботы, мы здесь, за Проскомидией, поминаем эти имена. Вот, как мы здесь молимся, всех невинно убиенных, на месте всех и в местах мучения, за веру Отечества наше, души свои положивших. Восстановить имена православных священников и солдат для их поминовения на богослужении помог журналист Глеб Александрович Рар. Он тоже был узником Дахау, но ему посчастливилось уцелеть. Глеб Александрович прожил долгую жизнь и скончался в 2006 году. Фильм, фрагмент которого вы сейчас увидите, был снят в 1992. Глеб Александрович вспоминает о том дне, когда концлагерь Дахау был освобожден. Ведь это же был не первый ваш лагерь. Нет, это шестой или седьмой был уже. Считали, что это уже последний лагерь? Да, конечно, потому что апрель 45-го года было совершенно ясно. Над нами пролетали уже американские самолеты. Здесь вот, когда вот мы 27 апреля нас сюда доставили, то вот тут через нас стреляли эсэсовцев американцев. Так что вот тут вот в этом углу американцы впервые 29 апреля около 6 часов вечера прорвались сюда в лагерь. Молодые ребята порезали эту проволоку, выключили ток. И тут я лежал у себя в 27-м бараке в забытии, в полузабытии. Очнулся от невероятного звука, которого я в жизни не слышал и никогда больше, надеюсь, не услышу. Это был вой 32 тысяч человек, которые увидели первого американца. Православные богослужения совершаются на территории бывшего концлагеря Дахау с 95 года. В том году здесь побывал патриарх Московский всея Руси Алексий II, отслужил за упокойную литию, сказал, что место особое, надо молиться. За год до его приезда в Дахау была поставлена вот эта часовня-памятник Воскресения Христова. Идея создания принадлежит архиепископу Клинскому Лонгину, постоянному представителю Московской патриархии в Германии. Часовня, которая была поставлена русскими солдатами из западной группы войск в 94 году. Это их, можно было сказать, был дембельский аккорд. Они были вызваны благодаря представителю нашего посольства из Восточной Германии, привезены сюда. Вот. И два грузовика, больших грузовика из Владимирской области привезли сруб, который был там в России уже изготовлен, и солдатами нашими поставлено вот это часовня. Самое главное, что это место свято, здесь службы проходят и помнят о тех, кто находился в этих местах страданий. Эти кадры из художественного фильма «Остров проклятых» отобразили реальные события, произошедшие в Дахау сразу после его освобождения. Увидев то, что в нем творилось, известно, что трубы крематория концлагеря еще дымились, у американских солдат сдали нервы, и они тут же на месте расстреляли 120 охранников концлагеря. Было еще одно событие, произошедшее вскоре после освобождения Дахау, о котором не рассказано в фильме.
А ведь именно такие события, а не скорая расправа, помогли залечить душевные раны от пережитого. Концлагерь был освобожден 29 апреля, а 6 мая 45 года здесь встречали православную Пасху. Тут вот в этом бараке, польских и французских ксензов, мы отпраздновали нашу Пасху, которая в тот год была уже довольно поздняя, в начале мая, 6 мая. И ксензы, так сказать, нам предложили свой барак, потому что у них там, ну, хоть икона одна была Божьей Матери Ченцаховской. Были в лагере заключенные греческие монахи с Афона, из Сафонской горы, которые вылавливали сбитых английских летчиков и не выдавали их немцам, а переправляли в Турцию. Поэтому, значит, за это они были здесь. А кроме того, были сербские партизанские, югославские партизанские священники. И вот как служить? Ни книг, ни сосудов, ни Евангелия, ничего. И они наизусть пасхальную за утреннюю здесь... то по-гречески, то по-славянски. Причем, значит, они, это же уже было после освобождения, освободили-то нас 29-го. И они, значит, получили с эсэсовского склада чистые полотенца льняные и нашили на них красные кресты, штампованные, ну, эти лазаретные красные кресты. И, значит, вот так вот, если то, значит, это вот епитрахиль, как у священника, а если так, то диакон. Под этим никакой рясы, ничего, полосатая одежда и брюки. И прекрасно отслужили всю пасхальную за утреннюю наизусть. Молодой греческий монах, он уже целую неделю опять начал себе отпускать бороду. Слово огласительное Иоанна Златоуста наизусть по-гречески, думаю, не хуже, чем сам Иоанн Златоуст. Алтарную икону «Воскресший Спаситель», освобождая заключенных концентрационного лагеря Дахау, написала иконописец из Бонна Анжела Хаузер. На ней есть и изображение Глеба Рара. Его, еле живого, выносят из тифозного барака товарищ. На арестантской одежде Рара его бухенвальдский номер 64923. В следующей нашей программе мы расскажем о том, как сложилась дальнейшая жизнь этого русского человека, освобожденного спасителем в 45-м из концлагеря Дахау. Всего вам доброго, радости вам духовной.